Народный артист России Александр Николаевич Сакуров. Один из самых талантливых, многогранных и узнаваемых кинорежиссеров России. Его неповторимый творческий стиль, глубина художественного исследования, философия смыслов и образов удостоены самых высоких оценок и на родине, и далеко за ее пределами. «Одинокий голос человека», «Дни затмения», «Молох», «Александра», «Фауст» — это и многие другие ленты Сакурова стали классикой отечественного кинематографа. Особого уважения заслуживает общественная деятельность Александра Николаевича, которая связана с защитой архитектурного наследия Санкт-Петербурга. За вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа государственная премия Российской Федерации вручается Александру Николаевичу Сакурову. Хочу поблагодарить за труд понимания. И я понимаю, что на этом месте могли быть и другие мои уважаемые коллеги. Так случилось, что на этом месте сейчас я. Сердечная благодарность моя всем моим коллегам, которые поняли меня. Вроде бы сегодня праздник, а на душе тревожно. Отечество наше идет по тяжелому, трудному пути. Никто не знает, что нас ждет впереди. И я хотел бы просить Бога, чтобы Он нас уберег от ошибок, и попросить Бога, чтобы Он уберег наших солдат и наших офицеров, чтобы жизнь их уберег Он, и чтобы все у нас было бы по-человечески. Бог нам всем в помощь, и моя сердечная благодарность за столь высокий труд. Благодарю вас.